В Каире на площади Тахрир собрались тысячи сторонников правящей власти. Выступают в поддержку решений президента Мухаммеда Мурси. Несколько часов назад он издал новый закон о защите революции, который предполагает новую волну судебных разбирательств в отношении тех, кто был против арабской весны. А ранее Мурси утвердил новые поправки Конституции страны, которые наделяют его как главу государства небывалыми полномочиями. Глава государства может принимать любые законы, необходимые для защиты революции. Подписанные им конституционные декларации, законы и постановления являются окончательными и обжалованию не подлежат. Оппозиция в ответ готовит марш миллионов. Недовольные действиями президента либерал-демократы сравнивают режим правящей власти с абсолютной монархией, а самого Мурси называют новым фараоном.